ребята, всем с вами, как всегда, Копи, Варпач, Алекс Фокс и Иксел, и сегодня у нас маньячок в CS GO. Ха ты, всем здорово, ребят. Хей, я, братишки. Ну что, друзья, я надеюсь, вы все приготовились сегодня к сериалу. У нас будет необычно. Вот, поэтому всем желаю приятного просмотра. Кирюх, аккуратнее, Кирюх. Давай, держи руку. Все падаем, ребята, погнали! Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Ну что, друзья, у нас первый раунд, и я даже не знаю, как назвать, но маньяк у нас Саня. Вот, просто, ребят, да, решим, у нас немножко другое. Ну, как сказать, я даже не знаю, ребят, реально. В общем, мы играем в маньяка. Да, Саня нас должен найти, но перед нами теперь стоит задача не только спрятаться, но еще и активировать 6 генераторов, которые спрятаны на этой карте. Вот, поэтому так, пацанам надо срочно сваливать, нам нужно срочно искать генераторы. Давайте искать генераторы. Я один нашел, я нашел один. Так, вроде бы в этом доме был вроде генератор, так. А чё стёкла не разбиваются? Почему? Я разбил, Кирюх. Я карту вообще не знаю. Смотри, так её тут карта очень простая, Сань, тут карта очень простая. Прикол в том, что, ребята, мы можем активировать генераторы, то есть у них есть система охлаждения. Олег, иди сюда, смотри, через 30 секунд. Давай. Смотри. Так, ты скажи, что будет, если мы их все активируем. А, я не знаю. Да, мы выиграем. Ну, мы выиграем, да, по идее, мы должны выиграть. Да, это будет лайт. Так. Он тут. Я активировал еще генератор. Кирюха вот здесь. Я вижу. Нет. В смысле? Он прям за тобой бежит. Нет. Куда идти? Я пошел активировать генераторы, пацаны. Слушай, мне кажется, здесь можно паркурить. Я знаю, что он прям за мной! Подожди, где он? Где Олег? Он смылся в унитаз. Он просто исчез у меня. Да ладно, всё? Я спрятался! Ну, я спрятался, я свалил оттуда. Олег, поднимайся. Так, Кирюк, сейчас. Поднимайся, хорошо? Я постараюсь сейчас. Нет, Сань, ты можешь не подниматься. Сань, тебе вообще не надо подниматься, тебе... Так, спокойно. Вы так не надо говорить на канал-то. Да блин, как здесь подняться-то, ё-моё, как здесь подняться наверх? Я могу показать, здесь прям потайной этот... Так, подожди. А как подняться? Посмотри наверх, Олег. Ну? А, здорово! Да ё-моё, нет, стоп! Блять, беги. Опа, быстрее. Не упади только, не упади. Я убегаю, где он? Так где он? Внизу. Пол это лавочка. Так, он внизу. Может, вы активируете уже, алё? Так нам... Я бегу активировать. А как туда? Такая... Тактика такова. Олег отвлекает маньяка, а... Да. Воу! Стой, ты заеб... Ты где? Всё, минус Олег. Отстань! Нет, я добегу до генератора! Я добегу до генератора и активирую его! Давай! Я только что активировал генератор. Нет. А, в смысле только что? Мне не хватит. Нет! Стой! Не трогай! Стой! Пожалуйста! Стой, 30 секунд сука. Надо подождать! Кирюх, ты не должен был сейчас активировать генератор! Саня, отвлекись на меня, Саня! Да идите в жопу вы оба! А где? Тут можно потеряться! Я умер, все, понял. Я вообще не знаю, куда прятаться, ребят. Ребята, вы получились активировать все генераторы. Какой? Не, ну по сути мы можем так-то спрятаться, по идее. Смотри. Можно, пожалуйста, свочиться один? Да, сейчас включу. Да, по сути, если он нас не найдет, то и мы выиграем. Вот, то есть вот такие пироги. Илья, ну что ты делаешь? Так, подожди, что за паркур, пацаны? Что за паркур, пацаны? Смотри. Стой. Блин, это не тут, это следующий. Куда вы ведете? Активируем, короче. Так, стоп, мы активируем генератор один, все, погнали дальше. Давайте вот сюда, налево. Стой, не. Пацаны, вот сюда, вот. Я за Эльгер. Да, что за мной пошли! Ясно. Я что-то знаю. Окей, хорошо. Ребят, он снизу! Он под нами? Тихо, давай. О, хорошо. Ребята, он... Ой-ой-ой-ой! Сань, сиди там. Так, я пойду пока за генератором. Времени-то у нас не так много, ребята. Так. Еще один генератор активировал, супер. Красавчик. Так, где вы? А где маньяк? Ты как будто маньяк что-то создал такой вопрос. Где вы, суки? Пацаны! Чего? Сейчас охренеете. Смотрите, где я. Я увидел, я смотрел за тобой. Ребят, за тобой марш. Ребята, я убегаю оттуда, где? Ай-яй-яй, чего, в смысле? Заберу себя. Чего?
а где Илья? Ну знаете, это на самом деле уже даже другое, это уже даже не маньяк, потому что здесь мы бегаем как-то быстрее, по-моему. Это у нас догонцы. Это у нас паркур, но с особой миссией, нам надо активировать все генераторы. Так, сколько нам осталось активировать генераторы? Здорово, муничок, чё, как дела? Маньяк? Хорошо. Чё, кого муничок? Так, так, так. Активировал, запрыгнуть. Я один генератор активировал. Я активировал тоже. Надо активировать другие. А он не за тобой бежал? Нет. Нет, по-моему, не за мной. Не, я за Илья спросил. Саня, у меня стелс-тактика. Вот еще нашел генератор. А не, она бьет. Пацаны, давай, Бьет. Это мини... В смысле? Чё? Что за вода? Почему она убила? А вот это волшебная вода. Святая какая. Я не могу залезть. Сань, походу, типа, когда ты в воде слишком долго находишься, она начинает тебя убивать. Она девственников убивает. На кого-то? Ну я думаю, если мы все в воду залезем, мы все там умрем. Кого она убивает? Девственников. А. Где вы, лол? Да вы бегаете, как вас догнать? Я в воде, меня что-то не убивает. Все, я еще один генератор включил. Так. Алло, вы сейчас все активируете. Так, Саня, ой, точнее, Илья, где еще генераторы? Я в воде, я не знаю, меня почему-то не убивает. Подожди, за кем я смотрю? А, я смотрю за Кирюху. Блин. Я ее смотрю. Стой! Нет! Да ладно, как я мог повестись на такой байт? Ты развели меня, а? На этот раз мы точно активируем все генераторы. Я надеюсь, пацаны, мы хотя бы раз. У нас должно получиться активировать все генераторы. А что у нас? Так, давайте распределяемся по карте, Я думаю, то, что нам не надо бегать вместе, ну понятно. Это кто с НЛ сейчас бегает, а? Это ты со мной ходишь. Это ты со мной бегаешь. Это ты со мной. Пацаны, активируй первый генератор. Давай, так, ждем 30 секунд, активирую следующий. Я у второго генератора. Делай все быстро, самое главное, слаженно работать, пацаны, темплей нас спасет. Идея есть. Какая? Классно. Какая идея? Дурак. Тупой Александр. Я на всякий случай сейчас буду продумывать себе план отхода. Я просто буду стоять возле генератора и ждать, пока вы сюда. В натуре, слушай, а мы ж реально. А нет! Хотя, может стоять так, Илья, мы все равно активируем, я тебе говорю, мы все равно. Мы нас-то трое! Да, нас. У нас-то трое, у нас-то трое. А также у тебя один. Ну вот-вот-вот, поэтому. Илья, я бы на твоем месте так бы не рисковал. Так, стоп. Да. Откуда я пришел? Ага. Так, все, я активирую. В смысле бомбу заложена? Илья! А если сейчас раунд закончится? Я активировал второй генератор. Не, время-то идет все равно. Так. Я просто закладываю бомбы. О, а тут труп какой-то. Пацаны, вы можете, пожалуйста, сказать, когда вы подойдете к тому генератору, ребят, где бомба? Ребят, напишите в комментариях, понравился ли вам такой режим, то есть это у нас идет как, не знаю, коллаборация маньяка и какого-то другого Dead by Daylight. Dead by Daylight, да-да-да-да-да. Коллаборация. Вот. Ну, как по-другому это идёт. Supreme Louis. Да-да-да. Так, где следующий генератор? Нет! Пацаны, он поставил ловушку. Активировал еще один генератор. Я активирую сейчас бомбу. Так. Я активирую ловушку, я активирую надо бомбу думать, сейчас. Надо думать. Он, короче, знаете где? В домике, который на Саня! Был. А! Стой на бомбе, пожалуйста, не уходи никуда. На какой бомбе? Так, сюда. Так, Сань, где ты активировал генератор? Где еще генератор, который... Это, получается, Олег там. В смысле? Где там? Ладно, человек, вы, по-моему, ошиблись, вам показалось. У меня бомба сработала. Нет, какая бомба? Нет. Какая бомба? Какая бомба у вас сработала? Я скажу, у кого она сработала. Блин. Она Саня. Где все эти остались-то генераторы? Сколько нам осталось их активировать? Бля, беги. Саня, а что ты мне врал? А генератор не отвечает, не работает. Так тебе еще генератор-то. Ой, ты чё ты отвечаешь? На отдельном острове, Олег. Чё ты игноришь? Стоп, подожди, здесь больше нету, по-моему, да? На отдельном острове. Нету, да. Так, там активирован видел. Ооо, сейчас бежать. Вода убивает. Блин, людей. Нет, Илья, там подожди, пожалуйста, не убивай, нет. Давай бомбу заложим. Наши СКП не надо. Не трогай меня. Стоп, вот там вот Кирюк, да? Вот там вот? Справа, справа. Вот тут? Вот здесь, да. Разве там бомба активирует? А, нет. Оставь меня в живых, не надо. Ладно. Я пошел. Быстрее. Я должен выполнить свою миссию! Нет! Стой, Кирюк, я понял. Так, еще один где-то генератор. Еще один. Стой! Где генератор? Нет. Он в том доме. Плыви. Нет. Умру. 40, 30. Нет. О, я выжил. Чё? Я выжил. Она, походу, там в центре бьет. Она в центре я только выжил. Бьет. Давай. Активируй, забирай. Давай. Нет, время. Нет. Времени не хватило. Там 30 секунд не прошло с предыдущего генератора.
Мы почти это сделали, почти, вы понимаете, почти. Пацаны, вот сейчас мы должны выиграть. Хотя бы раз, хотя бы раз должно получиться. Время на исходе, поэтому надо торопиться. Так, надо быстрее. Чё встали? Быстрее, парни, времени мало, Я немного подумал о жизни просто. Так. И чё придумал? Чуть-чуть? Да блин, ты серьезно? Скажите, какие генералы? Как ты быстрее? Ясно. Ясно. А ты ноуклип, брат, понимаешь? Человек ноуклип. Ноуклип, брат. Нельзя, давайте без ноуклипа. Он тут! Это Кирилл! А нет, там сзади вот, пацаны, там вот реально сзади. Уходи. Да где, ёб твою? Беги. Просто сваливаем отсюда, давай. Пацаны, давайте играть только чисто без ноуклипа, пацаны. Застрял в березах. Так, а я играл все время. Так, активировал. Уходим. Так, где он? Пацаны, кто... Я немного спрячусь. Кирюха, Илья, я ухожу. А, он за мной. Да, он за тобой, Кирюха, поэтому сваливай оттуда быстрее. Так, вон один наверху есть. Давай туда поднимемся. Сваливаю. Опачки. Быстрее, господи, время просто поджимает у нас. Сука, вода бьется. Давай. Вот тут еще генератор есть. Давай, Илья, я активирую здесь, пока будем подниматься. А, время пройдет. Так. Активировал. Еще один есть активированный. Супер. Да мог бы попозже активировать, а? Так ты не предупредила меня, Кирюха! Сейчас убил Кирюху. Так я что знал, что ли, а? Вы же не сказали даже, блин, я еще и упал. Я же не знал, Кирилл, что ты у генератора-то, а? В последнем доме не активировано, если что. В последнем доме, который самый дальний, да? Да, который самый дальний. Понял. Как забраться туда-то, Кирюха, можешь сказать? Вот наверх. Вот так, смотри. Вот запрыгни вот на эту, Илья, вот которая чеплышечка. Нет, вот чеплышечка слева от тебя, сзади, слева, вот на эту, да. Так, сейчас еще один генератор будет готов. Возьми разгон и запрыгни сюда. Так, все, сколько нам осталось генераторов? Разгона, а не сразу. Слушай, а что, нам остался один генератор, что ли? Во, и Ctrl надо нажать. Нам осталось... Два. Почему? А где второй? Два, один наверху, Наверху вот этот, я его это... Ты активировал? Я его активировал, да. Ты уверен, что нет еще, а то... Илья так быстро болтает мышка, что меня укачивает. Я не знаю, я переживаю, я просто... Подожди, я сейчас проверю. Так, здесь ничего не нажимается, здесь ничего нету. Так, ну вроде бы это все. Да, думаешь, хорошо. По-моему, все, да. Я посмотрю пока. А вы наверху активировали? Наверху вроде активировали. Сейчас я посмотрю. Да, наверху активировали, ну, получается, здесь все, остался, да, один генератор остался, пацаны. Илья? Че? А, нет, вот еще вот тут генератор, все, я вспомнил то, что тут еще генератор где, есть. Где? Вот, все, да, теперь точно один. Все. Остался один генератор, Илья, нам надо как-то с тобой проникнуть. Он там. Я знаю, что он там. Илья, ты где, брат? Он просто смотрит на генератор. Просто? Так это изи шоу. Это мой генератор. А ты можешь выкинуть этот... Стой, давай. Нет, стой, сейчас, Сань, закрой уши, пожалуйста. Смотри, один отвлекает его, а другой печатает. Ты думаешь, что он сейчас реально закрыл уши? Саня, эй, лох! Эй, я тебе сотку не верну, Сань. Не верну сотку. Смотри, ножи под Ильей падают. Саня, не верну тебе сотку. Саня, ножи. Ай! Ты че? Кирилл. Я видел в окне, сука. Тихо. Через окно. Блин! Ну пошел ты обратно. Да блин, да как там? Там один вход в этот дом, один вход, ты понимаешь, Илья, один! Там других нету! Вам надо забежать и нажать, один из вас умрет. Илья, стоп, иди сюда, иди сюда. Ай, бля! Нет! Стой! Нет! Я могу, я знаю. Закинь дымовую туда, Олег. Я хотел вот так вот залезть на вью и туда, да вы поняли. Страшно. 40 секунд еще осталось. Здорово. Че делать? Блядь, я застрял. Он застрял. Все, я освободил. Олег, я могу тебе команду одну скинуть, так сказать. Ну, клип? Нет. Лучше. Тихо, стой. Хухлип. Да, Саня, ну не надо. 30 секунд. Ай, стой. Пошел. Давай, я его держу, нет, держу. Нет. Держу. Сука. Давай. Да! Это не последний генератор. Пацаны, это не...
Да! Выиграли, выиграли! Все! Выиграли. А че он не сразу-то умер-то? Он должен был сразу умереть, по-моему, нет? Но мы выиграли, мы активировали все генераторы! Еее! Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот сегодня режим у нас был, то есть это маньячок и совместно с Dead by Daylight нам надо было активировать все генераторы и выжить! Надеюсь, вам, ребят, понравилась эта серия, понравился этот режим, напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно ли это так. Вот, ну а на этом сегодня все, с вами были, как всегда, Кофи, Варпач, Алекс Фокс, XL, всем до скорой встречи и всем пока-пока! Пока, друзья! До скорого! Всем обой!